Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Поссорился с мамой и спрыгнул с балкона. В Мозырском районе школьник, которому запретили выходить на улицу, сделал это через окно 5-го этажа. Конфликт между 15-летним подростком и его матерью разгорелся в поселке Криничный. По словам правоохранителей, мальчик тайком вытащил из кошелька своего старшего брата карманные деньги, что и стало поводом для выяснения семейных отношений. Ребенок, посмотрев свой кошелек, не обнаружил 20 рублей. Естественно, обратился к матери, чтобы узнать, где же деньги. Мать сказала, что деньги действительно ложила в кошелек, но там их не оказалось. Она обратилась к младшему сыну, чтобы спросить, где деньги. Сын отрицал тот факт, что он брал деньги. Вместе с тем, мать обнаружила в кармане штанов 20 рублей. После чего между ними произошел конфликт, как словесный. В результате чего мать сказала, что подросток на улицу не пойдет. Но выход из квартиры подросток все же нашел. Он спрыгнул с балкона 5-го этажа. Упав в сугроб, ребенок получил травмы и был госпитализирован. Как сообщается, мальчик состоял на психиатрическом учете. Милиция проводит проверку. В агрогородке Поколюбичи Гомельского района накануне не стало одного из жителей этого населенного пункта. На пожаре в своем доме погиб 66-летний мужчина. Пенсионер проживал один. Пламя разбушевалось в его доме, когда мужчина, по всей видимости, спал. Тело погибшего обнаружили пожарные в ходе ликвидации возгорания. Причина пожара устанавливается, проверку проводит следственно-оперативная группа. Вместе с тем хотелось бы напомнить гражданам, чтобы не забывали наведывать своих престарелых родителей, родных и близких и помогали им соблюдать правила пожарной безопасности. В ГАИ серьезно возьмутся за бесправников. Работники ДПС примут дополнительные меры по выявлению нарушителей. Только с начала года на территории Гомельской области к административной ответственности инспекторы привлекли 1055 водителей. 60 автомобилистов попали за езду без прав повторно. Материалы по этим водителям направлены в суд. Два дела уже рассмотрены. Один из нарушителей заплатит более 1200 рублей штрафа. Это максимальная сумма. Второй отправится под стражу на 8 суток. Соответственно, сейчас со второй статьи 18.19 часть 2. Это лица, которые управляют транспортным средством, не имеющими такого права, а также равной передаче управления транспортным средством лицу, не имеющему такого права, совершенное повторно в течение года. К водителям транспортных средств будет применяться административное взыскание в виде штрафа от 20 до 50 базовых величин, либо арест. За 2017 год сотрудниками ГАИ выявлено около 25 тысяч водителей, которые садились за руль без права на управление автомобилем. С участием таких водителей произошло 54 ДТП, в которых 13 человек погибли, 62 получили травмы. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания.